Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня новый видеоролик. Вот. Будет греметь гром, не пугайтесь, это гром. У нас сегодня тут гремит периодически раскаты грома. Дождь прошел. Опять в кадре у нас аккордеон Royal Standard. Мои подписчики уже его знают, даже окрестили его Бухарик, знают его историю, что он ехал как-то вместе с водкой и разбилась бутылка с водкой, и ему досталось, он попил водки, но это ему не повредило. Единственное, он был у него перегар, какое-то время был перегар от него, вот. Хотя даже не совсем перегар, потом перегар тоже выхлоп после, да, пьянка, тут запах водки. Ну ладно, это так, отвлечение в сторону. Значит, мои подписчики и кто смотрит регулярно мой канал, знает, что я выставил на продажу этот аккордеон Royal Standard. Почему выставил? Он у меня стоял, я на нем, ну я на аккордеоне не играю, играю на гармошке, играю на баяне. Гармошка у меня на первом месте, аккордеон стоит и стоит, и стоит, и стоит. Я понимаю, что мне должен играть, и тем более, знаете, что у меня перезагрузка, переформатировка моей коллекции очень часто. И я поставил его продажу. Поставил продажу, я считаю, за адекватную цену. Я даже видео сейчас не побоюсь назвать, чтобы все знали. В гривнах я просил 3000 гривен, человек мне позвонил, попросил скидочку хотя бы немножечко. Я сказал, что 2800. В рублях это 6000 рублей, в долларах это 75 или 70 долларов, такое там. И вот я считаю, адекватная цена, что внешний он не побит, не поцарапан, да, отсутствует здесь название, здесь есть Royal Standard. Компрессия у него вот. Это инструмент, которому много-много-много лет. Вот. Ремешки, да, не новые, но они мягенькие, кожаные такие. Сзади, конечно, есть какие-то царапинки. Я человеку снял видео, показал, что здесь, вот здесь целлулоид, видите, вот, маленький, если видно. Чуть-чуть, он не скол, он стертый просто, стертый. И вот здесь, на ходе он играл активно, и здесь уголок просто стертый, вот. Вот. То есть не то, что он ударит, там, трещин или что. И нет застежек. Хотя я человеку снял, все попросил видео. Я ему показал видео, крутил, вертел, и так, и это. Он видел, что здесь нет застежек сверху, снизу. Вот. Единственное, я предупредил человека. Я ему на всех регистрах поиграл. Есть проблема, где-то я так понимаю, что не звучит, не строит аккордеон не по причине того, что он расстроен, потому что голоса проверял мастер, резонаторы, а по причине, мне кажется, что это все где-то в шторках с регистрами. Он говорит, да, меня цена устраивает, я беру сына, который хочет учиться, пока у него пыл не пропал, я для сына, для учебы. Ну, мастеру показать надо, чтобы он разобрался с этим там вопросом, там не будет таких бешеных денег стоить это все. Все, я попросил отправить мне наложенным платежом за все. Я ему отправил, у футляра тоже у него нет, я во всем этом сказал. Отправил ему, упаковал как положено, с сознанием дела, потому что отправляю не первый инструмент. И знаю, да, как и все гармонисты знают, чего боятся такие инструменты, как то бишь гармошка, баян, аккордеон. Да, это прежде всего, их ни в коем случае нельзя вести вот так лежа. Потому что западает басовая клавиатура. Вот. Только вот таким образом так везут их, ну, музыкальные инструменты в крайнем случае, либо так. Вот. А желательно вообще вот так вести, да? Но не лежа. Вот. Упаковался как сознанием дела. Все, как говорят, молодежь, по фэншую и все. Вот. Он мне звонит, вот я осматриваю ваш аккордеон, и это далеко не тот инструмент, который я ожидал увидеть. Я говорю, я вам что, разве другой инструмент прислал? Нет, тот, но вот там потертость, нет застежек. Я же в видео вам все показал. И даже вы, кто-то сам, можете вернуться, посмотреть мое прошлое видео с этим. И там я тоже указываю о том, что как бы скол, хотя это не скол, это протертый, вот об ногу. Здесь терлось, вот, и здесь терлось.
Вот, показал, что я ему показал, что вот на первом регистре аккордеон вообще не звучал. Еле-еле там где-то некоторые нотки. Вот. Я аккордеон, говорит, брать не буду. Ну, как хотите. Получается, он вернул его обратно, мне пришлось платить за доставку в обе стороны. И я, смотрите, я продавал его за 2800 гривен, а за доставку туда-обратно я заплатил 650. Как бы я пострадавшая сторона, ну ладно. Пришел аккордеон, но если я отправлял туда его, я помаркировал вверх, как не бросать, хрупкое там, не мочить. 300 раз объяснил, все, он к нему доехал, как полагается. Оттуда солевого отправили его лежа. И я, увидевши посылку, которая лежит в боксе, вот лежа, я сразу понял, что с аккордеоном будет сейчас проблема. Я даже не стал на почте там его открывать, на новой почте, на службе доставки. Я привез его домой, открываю, а он играет вовсю, басовая сторона. Не вся, но порядочно. Все вы понимаете, что такое мята не гармошечная. По гармошечная механика, понятно, там закрытыми глазами разобрал за 5 минут, собрал за следующие 10 минут. Это все. Но баянная и аккордеонная, там этих толкателей там куча. Вот. И я даже думаю, написать этому человеку, не написать, ну ладно, не буду пока писать. Я вскрыл крышку, извините, что долго рассказываю, но думаю, будет интересно, и кто-то может когда-то с этим столкнется, тем более, что дальше пойдет речь о некоторых нюансах, понятно, те, кто ремонтирует инструменты, они знают об этом. А может кому-то пригодится вот такие знания. Вот мне сегодня я приобрел, я считаю, большой опыт. Вот, не то, что нахуй, ну для меня он большой, и потому что, во-первых, значит, я здесь механику поставил на место, выправил, помучился немного, но сделал. Все, бас играет как положено. Почему я включаю первый регистр, да, тут вот первый сверху, но оно не играет, и какие-то кнопки как ватноватые такие. Я, значит, что я сделал? Снял крышку, да, ну, начинаем с крышки, снял крышку. Вроде все как бы, все стоит на месте, то есть ничего не выскочило там, все на своих местах. Снимаю полукорпус. Резонаторы крепятся не так, как обычно, там, крючками какими-то, он, резонатор одевается на шпильки, и такая гайка, вот, она такая высокая, да, ну там, не знаю, наверное, миллиметров 7-8 высоты этой гайки. И с прорезью она может крутить ее как ключиком, так можно крутить и отверткой. Я отверткой открутил эти резонаторы, снял их. Включаю, смотрю, шторки идеально передвигаются. Все четко, на тутке, да, ну, я, вот, которые все открывают шторки, все открытые. Там, где одна точечка, значит, одна открыта, ну, одна, один ряд открыт тут, другой ряд открыт. Там, где по две, комбинация по два ряда, то есть все открыто, все открывается, закрывается. Ну, что же делать? Ладно, думаю, соберу я все это обратно. Когда мы собираем, мы, да, мы как привыкли, чтобы... резонаторы, ну, там планочки, которые там дека алюминиевая, шпильки, они впаяны, прикручены в такие еще металлические планки, которые прикручены к деке. Смотрю, у них люфт, я их поджал, как полагается, чтобы не было люфта. Ну и поставил назад резонаторы, и мы как, резонатор должен плотненько быть прижат. Я отверточкой так от души, ну, не то, что взрывал, а ну, плотно прижал. Прижал. Давай отключать регистры, а дудку, простите за выражение, оно не включается, ничего. Оно тупо ватное и все. И ко мне дошло, что резонаторы, когда я прижал, дека алюминиевая, а штопки ходят, как бы я так понимаю, то ли там, как говорится, двойное дно, то есть там двойная эта алюминька и между ней ходит. И когда я прижал, как плотно три резонатора, яркие шторки, просто там все, намертво. Я, до меня дошло, я отпустил, там не просто кожа стоит на подошве резонатора, на розетке, а
бархатка такая, то есть она дает возможность, вот я отпустил, вот от руки чуть-чуть так, чуть-чуть, да, вот чуть-чуть я прижал, все, и резонатор, он мягко как там плавно, он, ну это все продумано, чтоб, потому что если кожа, да, он же люфтил бы, он же в воздухе фонил, а так там такая бархатка тоненькая, и она амортизирует, все, я потрогал, амортизирует, они не шатаются, при том, при всем, что плюс они еще розетка к розетке, каждый резонатор плотно встает. Я включил регистр, который не играл. Играет. Все. То есть человеку... Я же говорил, обратитесь к мастеру, там, думаю, во Львове найдете, просто глянет, ну, вот, думал, взял номер, его удалил. В общем, сначала все написать, удалил, но нет. Для науки ему. Я с корзины поднял, посмотрел этот номер, я для него отдельно запишу ролик, покажу, что все играет, и это мне обошлось просто бесплатно. Я думаю, если бы он мастеру показал, он вот, пусть, ну, взял бы там, какой-то, не знаю, там, на наши гривны, там, 200 гривен, а может и не взял. Вот. Понятно, что я ему отправлю, но дело с ним больше иметь не буду. Вот. Не знаю. Я в лучшем случае подарить подарю хорошему человеку, а вот таким продавать не буду. Я не аккордеонист, но чуть попиликаю. Думаю, будет не против. Видео затянулось, но иногда, знаете, я сам люблю такие вот длинненькие видео посмотреть, вот, как вместо фильма. Так что давайте. Сначала на первом регистре. Вот. У нас, кстати, Николай Гармония реаниматор, мой подписчик, любит такой, да? Играет.
играть, поэтому куча ошибок. Ну так, понимаете. Может, кто-то будет смотреть, захочешь аккордеон купить. До последнего. Связаться с такой системой, что вот может быть я так припомню, потому что здесь уже под клапаном не можешь заходить шторка, а там клапана и все в деке. И с той стороны, когда я на деку смотрю, оно мне, то есть тут двойная дека алюминиевая, два листа. Вот, и между ними ходят вот эти пластиковые шторки. Там не пластик, ну такой похожий материал. И когда мы его зажимаем резонатор плотно, оно сдавливает, эти шторки просто не переключаются. И еще раз повторюсь, на розетках не просто кожа, а там кожа с бархаткой такой, бордового цвета, такая вишневая, красивая бархаточка. Вот. Я проверил, резонаторы не поведены, все ровненько. И просто чуть-чуть от руки драть, чтобы они просто не гуляли так, гаечки. Все. И все переключается, теперь четко. Там слышно, смотрите. А то было ватно. Вот и все, что требовалось сделать. Ну, а стяжки, они не стоят там миллион денег. В интернете полно продается, тем более здесь все эти крепления все есть. Вот. Может, у тебя самого настроение будет, я куплю, поставлю. И... Так что вот такое сегодня видео получилось. Вот. Опыт я приобрел как и в технической базе, да, вот, так и в общении, скажем так, с покупателями. Хотят купить немецкий инструмент, образно говоря, заломанный грош. Понимаете, так не бывает. За такие деньги, за 2800, это убитую гармошку у нас в Украине можно купить и заниматься, и тренироваться на ней с ремонтом.
Хотят купить инструмент, я говорю, за немецкий, который с компрессией, все люкс, все у него ок, лидеринчик здесь новенький абсолютно. Кстати, лидерин переклеил уже мастер, даже не я, там мастер мне переклеил, когда я отправил проверить настроечку. Переклеили лидеринчик ему, все, здесь все люксово, все. И хотят купить, и повторюсь, за 2 копейки. Так не бывает, дорогие друзья. Зайдите, посмотрите, кто в Украине на OLX, в какую цену стоят такого плана инструменты. Если вы увидите цену там 3000 гривен, 5000 гривен, вот я уверен, вы получите инструмент под ремонт немецкий. Если это будет немецкий инструмент, вы под ремонт. Здесь все звучит. Все, ничего ему делать не надо. Компрессия классно, звучит хорошо. Так что... Вот такое сегодня видео. Напишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Кто еще не подписался на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь. Видите, даже грома не было, по-моему. Вот, нажимайте пальчик вверх. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч на моем канале.